Так, значит, вот, наконец-то мне повезло, в кавычках, приехала эуфилия, на которой были эуфилийные планарии. То есть это вот общий вид лотка, после того, как я ее отмыл. Дохнут они быстро и сразу, и практически не размножаются в аквариуме, но отмывать их надо, потому что они угнетают коралл, то есть края поджимаются. Вот, кстати, вот прям конкретно эти твари. Вот она еще живая. Вот это вот красотка. Вот еще это они уже тут скрючились от коралла рекса. Вот они красавцы. То есть размер это вот у них где-то сантиметров до 2,5-3. То есть вот такие гоблины. Вот это обычная планария бежит. Вот это вот скрюченная. Вот я по центру экрана имею в виду. Вот она в конвульсиях бьется. Это такая, которая фотосинтетик, которые сидят на кораллах. От них вреда никакого нет, но они такие портят просто вид. Вот, а вот это вот именно эуфилийные эти вот, которые могут жрать эуфилии. Поэтому смотришь, иногда край поджат, присмотреться, их хорошо видно на эуфилиях, они особо и не прячутся. Сидят вот прямо на основании, там где вот эта юбка на костях у эуфилий. Вот. Так, они могут и на молоточковых, и на факельных, им без разницы где. Вот такие вот здоровенные гаденыши. Так что лучше не допускать попадания этих орлов в аквариум, чтобы никаких проблем потом не было. Потому что размножаться могут медленно, но придется перекупывать и эуфилии. Обычно они отлетели и все, и больше никогда не появляются. В общем, вот так.